Нет! Нет! Часовой мертв. Вел себя неадекватно, атаковал меня. Возле точки обнаружен и уничтожен контролер. Понял тебя, майор. Видно, контролер взял парня за мозги. Жаль, отличный был парень. И с разведгруппой, видимо, та же Петрушка. Из-за этой твари они друг друга атаковали. Ладно, спасибо тебе. Конец связи. Yeah.
атакуют со всех сторон! Зачистим мной! Уничтожить врага! На, гад, на! Получай! Зачистим мной! Уничтожить врага! На тебя! Бери, сволочь! А вот тебя! Продырявил гада! Живи, сволочь! Получай! Зачистим мной! На тебя, на! Зачистим мной! Получай! Вали, гада! Неплохо постреляли! Спасибо, вытащил. На гранату! Тебе конец! Прикрой! Не уйдешь! Прикрой меня! Прикрой! Из горениями! На!
Будешь раз... Оружие опусти, оружие за спину. Чего тебе?
отдыхать. Не спать, осмотреться. Не расслабляться! Никуда ты отправляешься! Команды разойтись не было! Курилов, оставаться на местах! Открывайся. Выходи сам с поднятыми руками! Не расслабляться! Thank you.
Спасибо. Погано. Короче, анекдот цивильный. Значит, двое рядовых решили подколоть прапора. Товарищ прапор, а вот что тяжелее? Килограмм ваты или килограмм железа? Ну, это килограмм железа. Только. А вот и неправильно. Одинаково. А я вот сейчас дам тебе по голове сначала килограммом ваты, а потом килограммом железа. А там посмотрим. За собой тут следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район. Но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро? Миска бы копченого сейчас. Оружие опусти. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада.
Ого, вот это да! Неужто вернулся? Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Аномалии, мать! Вот спасибо за помощь! Страшная, там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да еще! Зажали, Гарик ушел на станцию Янов. А пополнил запасы. Кидала. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Не дай бог. Лучше. Так что, ты где был? Не в каком поверишь. Холодильнике? В холодильнике. Где ты вообще холодильник нашел? Нифига где себе. Нашел, где нашел? Нет, такого я еще посмотрел, не слышал, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Даже и не знаю, как сказать. Знал бы, что так обернется, черта с два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, а не здесь, в зоне этой проклятой.